Итак, всем привет! Я очень рада, что вы остаетесь со мной. И в этом видео я хочу продолжить делиться с вами своими секретами ухода за длинными волосами. И, конечно же, я не могу не рассказать вам о моем недавнем бьюти-открытии. Это вот такой вот коктейль на масляной основе VitaForm от Оксаны Михалевой. С данным коктейлем я познакомилась на Кригина Beauty Day 2017. Итак, кому интересно подробнее узнать о данном чудо-средстве для волос, оставайтесь, пожалуйста, со мной. Как я уже сказала, с этой волшебной баночкой, которая называется VitaForm by Оксана Михалева, это коктейль на масляной основе для волос. Я познакомилась на Кригина Beauty Day 2017 в этом году. Оксана Михалева имела собственный стенд на Кригина Beauty Day и представляла данный продукт. Меня продукт очень заинтересовал. Я познакомилась с Оксаной. Более того, я могу вам честно рассказать, что я подружилась с Оксаной. И Оксана предложила мне протестировать данный продукт как бьюти-блогеру. Я с удовольствием за эту возможность ухватилась, потому что я, конечно же, люблю пробовать все новое и интересное, особенно если это касается ухода за моей кожей лица, либо ухода за моими волосами. Оксана презентовала мне свой продукт VitaForm by Оксана Михалева, и сейчас я вам расскажу свои впечатления об использовании данного средства. Первое, что хочется сказать, говоря об этом продукте, что он абсолютно натуральный. Состав этого продукта такой, что у него нет никаких противопоказаний. Его могут использовать женщины, его могут использовать мужчины, его могут использовать дети. Более того, его даже могут использовать беременные кормящие мамочки, потому что он совершенно никак не воздействует на ваш организм, помимо восстановления ваших волос, и не имеет никаких противопоказаний. Второе, данный волшебный продукт, вот данная баночка, она объемом 100 мл. Честно скажу, что вот конкретно мне с моей длиной и густотой подобной баночки хватает на 3-4 применения. О способах применения данного продукта я вам сейчас расскажу немного поподробнее. Итак, продукт VitaForm by Оксана Михалева можно использовать тремя различными способами. Первый способ – это в домашних условиях вы наносите данный продукт по всей длине своих волос и оставляете на полчаса, на 40 минут, на час. Собственно, используете его как маску. Наносите на волосы, закручиваете ваши волосы, если ваши волосы длинные, в пучок. Сверху одеваете такую вот прозрачную полиэтиленовую шапочку для волос и заматываете вашу голову полотенцем, чтобы создавался такой некий в домашних условиях эффект климазона, чтобы температура, собственно, на голове под данной шапочкой, она возрастала, и данный препарат максимально эффективно мог проникать ваши волосы. Как я уже сказала, при подобном способе использования Оксана гарантирует результат, если вы держите продукт на волосах не менее 40 минут. Желательно его держать час, а то и полтора. То есть, если ваши волосы сухие, если они секутся и проблема ваших волос, она непосредственно в длине ваших волос, да, если вы имеете проблему с состоянием ваших волос, вы наносите данный продукт, коктейль VitaForm, непосредственно на длину ваших волос. Если у вас есть проблема с выпадением волос, то вы данный коктейль наносите и на кожу головы достаточно обильно, потому что у данного коктейля есть два волшебных действия. Первое, он прекрасно восстанавливает волосы, и второе приятное действие, это то, что регулярное использование данного коктейля для волос способна решить проблему выпадения волос, решить ее кардинально, поэтому данный коктейль рекомендован не только женщинам, но и мужчинам, и, в принципе, клинические испытания, проводившиеся на мужчинах, показали очень и очень неплохие результаты. Непосредственно у меня проблемы с выпадением волос отсутствуют, поэтому я наношу данный коктейль по всей длине своих волос, отступая от корней где-то сантиметров 5-10. И, опять же, не забудьте прочитать инструкцию. Для того, чтобы данный коктейль максимально эффективно отработал на ваших волосах, его необходимо подогреть на водяной бане перед тем, как использовать. Следующий способ применения коктейля VitaForm на ваших волосах несколько похож на первый способ. Собственно, это также нанесение и использование данного коктейля в качестве маски, но только не на час-полтора, а уже на всю ночь. Вы также нагреваете данный состав на водяной бане, потом достаточно обильно наносите его по всей длине волос. Если вы имеете проблему с выпадением волос, то не забудьте, пожалуйста, нанести данный коктейль еще и на корни ваших волос. После этого вы также делаете пучок, если у вас длинные волосы,
волосы, одеваете шапочку, заматываете голову полотенцем и, собственно, вот в таком виде вы ложитесь спать. Конечно же, подобную процедуру удобнее делать, если ваша вторая половина находится в каком-то отъезде, командировке, по каким-то своим профессиональным причинам не ночует дома, но, с другой стороны, я совершенно спокойно подобную процедуру могу проводить и при наличии моего молодого человека рядом, потому что мои здоровые и красивые волосы — это сфера нашего обоюдного с ним интереса. Соответственно, данный продукт вы, как я уже сказала, обильно наносите по всей длине своих волос и ложитесь спать. Вечером вы наносите, вы ложитесь спать, а с утра вы уже тщательно, несколько раз помыв голову мягким шампунем, смываете данный продукт с вашей волос, с вашей головы и укладываете ваши волосы, как вы обычно это привыкли делать. Третий способ применения данного продукта – это применение его в салоне. На эту тему я уже делала отдельное видео в салоне Академия Петроса Варсавира. Если вы не видели, вот ссылочка, обязательно посмотрите данное видео. На этом видео маэстро Петрос Варсавир не только демонстрирует способ салонного применения коктейля VitaForm by Оксана Михалева, но еще и рассказывает о своей авторской технике стрижки длинных волос, которая называется «Детальный срез». Очень вам рекомендую посмотреть данное видео. Вот непосредственно вот эта вот стрижка, вот то, что вы сейчас видите на моей голове, вот эта стрижка была сделана как раз по авторской методике «Детальный срез» Петросом Варсавиром. Я, честно признаюсь, в полном восторге нахожусь от того, как выглядят мои волосы и как мне легко и комфортно с ними обращаться. Чуть более подробно о способе применения данного продукта в салоне. Соответственно, в салоне маэстро Петрос, на данный момент данная процедура пока что делается эксклюзивно в салоне Академия Петроса Варсавира. Все контакты, все ссылочки я оставлю под данным видео обязательно. Если вам интересно, то обращайтесь, звоните и записывайтесь на процедуру. Итак, в своем салоне Петрос сначала наносит коктейль на волосы своей клиентки, потом специальным ультрафиолетовым утюжком. Прошу обратить особое внимание, вот утюжок, с помощью которого данный коктейль запаивается в каждую прядь, прядь за прядью, он не нагревается. Это холодный утюжок, который именно за счет ультрафиолетового излучения, собственно, и запаивает все полезные вещества данного коктейля в кутикулу волосы по всей длине и улучшает таким образом состояние волос. Если вам хочется параллельно еще и подстричься, то, конечно же, вы можете сделать еще и стрижку по авторской методике Петроса Варсавира. Если вы просто пришли на процедуру восстановления волос средством VitaForm by Оксана Михалева, вы, конечно же, можете просто полечить ваши волосы, восстановить их, и поверьте мне, результат вас действительно и действительно порадует. И так как я уже сказала, я очень-очень рада своему знакомству с продуктом VitaForm by Оксана Михалева. Продукт мне правда очень понравился. Он на данный момент занимает такое свое полноценное, очень важное место в моем ритуале ухода за моими волосами длинными. Данный продукт я очень люблю. Как я уже сказала, и, собственно, ссылочку на видео я вам оставлю. Данный продукт я использовала всеми тремя способами. Все три способа, о которых я вам сейчас рассказала, я попробовала на себе. Могу признаться честно, что для меня самым удобным получается способ, когда я наношу данный коктейль и держу его на своей голове полтора часа, час, а то и два. Также периодически, когда у меня есть такая возможность, я наношу данный продукт на свои волосы на всю ночь. Хочу без ложной скромности сказать, что данный коктейль действительно работает. Он действительно очень-очень эффективный. И при регулярном использовании он может решать достаточно серьезные проблемы. А при единоразовом, либо двухразовом, трехразовом использовании он очень классно восстанавливает ваши волосы, добавляет им объема, делает их более эластичными, добавляет жемчужного блеска, напитывает их полезными веществами и помогает вам оставаться прекрасными рапунцелями с длинными шелковистыми волосами. Собственно, вот все те девочки, которые мечтают отрастить длинные, красивые, здоровые волосы, очень рекомендую вам обратить ваше внимание на продукт VitaForm by Оксана Михалева, потому что этот продукт станет для вас очень серьезным помощником в этом непростом деле. Итак, я очень надеюсь, что данная информация оказалась для вас полезной. Спасибо большое, что оставались все это время со мной. Спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Если у вас возникли какие-то вопросы, то
задавайте их, пожалуйста. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Если вас заинтересовал продукт Vita Forum и вы хотите его приобрести, то под данным видео я оставлю обязательно ссылочку на официальный сайт данного средства по уходу за волосами, и вы легко сможете его для себя заказать. Итак, спасибо большое, что оставались со мной, и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!